Камера, мотор. Так, мы пришли из форы АТБ, обзор продукта. Так, ближе снимай. Это пекинская капуста. 16,95. Так, витаминный пучок из АТБ. Тут укроп, петрушка и зеленый лук. Классно, до салатов, зараз используем. Любим вот такие колечки, дорогие упаковки, старт. Стартанек. Безалкогольное пиво, бат. У нас есть рыбка под нее. Да. Так, это такой вкусный взяли сыр. Для унитаза. Нет, для унитаза, ну, ладно. Для унитаза что-то. Так, дальше. Это пакет белый, но мы белый не был. Хлеб Беларусь, половинка. Черный половинка. Каждый раз пакет не покупаем. Да. Куда их девать? Так. Творог Яготинский я люблю. 5%. Да, там у вас скидка. Спасы. Форе 18 копеек. Так. Дальше. Квашеная капуста. О. Полезна. Очень вкусно сделана с... Для иммунитета. С чем делают? Сахар. Сахаром и оливье, маслом. Да. Спаленько. Дальше. Взяли попробовать редиски со спаленькой. Туалетная бумага. Это все. Она есть, но мало ли. Дальше. И красивые бананы. Длинные, толстые. Такую грудинку банкетную. К борщу, да. Тема. Такая с горчичкой. Намазка, сыр плавленый, ферма. Одно авокадо. Обожаю авокадо. Авокадо на душа. Один помидор, один салат. Огурчиков тоже дали на салат. Еще сыр твердый, звенигородский, 25. Да. Дальше. Перчик красный один. Да. Болгарский. Витамины. И дальше уже без мяса. Набрали. Ножки и филешка. Ножки и филе, да, куриные. Так, все сейчас почекаем. Почекаем, что тут у нас. СИП 44,60. Что тут у нас еще? Так. В АТБ 181,50. И в Форе 241,15. Всего? Считай. Почти 500. Все. Очень это нормально, все, бюджетно. Мы купили на почти 500 гривен. Будем готовить. Все, витаминки есть. Витаминки есть, будем готовить, да. Так, забыли еще да показать. Маленькую бутылочку воды взяли обычную, слабицка, негазованную. И взяли какому-то особому случаю, может, на день рождения Виталика, Фраголина Бьянка. Вот такое шампанское. Все, это уже все. Всем пока.